Час мы открываем. Книга Исход. Книга Исход, глава 12, стих 2. Книга Исход, глава 12, стих 1. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей, да будет у вас начало месяцев. Это будет первый месяц года для вас». Еще раз. Это будет первый месяц для вас. Это будет первый месяц для вас. Что называет это месяц? Что называет это месяц? Сейчас мы открываем. Книга Второзакония. Глава 16, стих 1. Книга Второзакония, глава 16, стих 1. Наблюдай месяц Авив. Наблюдайте месяц Авив. Месяц Авив. Это что это месяц называет? Авив. Еще раз. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. Еще раз. Наблюдай месяц Авив. Наблюдай месяц Авив. И совершайте Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. Первый месяц на все году называет месяц Авив. Месяц Авив. Что это значит, Авив? Когда у нас месяц Авив в году? Сейчас мы узнаем. Определение Авив. На английском это Абиб. Молодой колос яшмения или другого зерна. Исход, глава 9, стих 31. Или Левит, глава 2, стих 14. Первый месяц израильского года. Называемый Нисан в Неемии, глава 2, стих 1. Или Эсфир, глава 3, стих 7. Это Авив в Исходе, глава 13, стих 4. Исход, глава 23, стих 15. Исход, 34, стих 18. Сравните Второзаконие, глава 16, стих 1. Авив – это не название месяца, а часть описательной фразы месяц молодых колосьев. Это может указывать на то, как израильтяне определяют Новый год. Исход, глава 12, стих 2. Я уже это читал. Год, начинающийся с ближайшей или следующей новолуния. Следующей новолуния. Предшествующего этой страды роста яшмения. Первый день на все месяц начинается, когда мы увидим новолуние. А новолуние – это полная луна. Еще раз. Новолуние – это полная луна. Когда луна очень-очень красивая. Когда у нас полная луна – это новая луна. Это от Библии. Это от Библии. Надо смотреть старое видео, я сделал. Сейчас мы открываем. Книга Сирак, глава 43, стих 6. Книга Сирак, глава 40. Книга Сирак, глава 43, стих 6. Он сделал луну также служить в ее время. Еще раз. Он сделал, наш Бог, сделал луну также служить в ее время. Это когда он очень яркий. Когда
луни очень ярки. Это новолуние. Он сделал луну также служить в ее время для объявления времени и знамения мира. Еще раз. Он сделал луну также служить в ее время для объявления времени и знамения мира. Новолуние – это первый день на все месяцы, когда мы увидим луну очень яркой. Очень яркий. Это начинает первый день в месяц. От этого дня вы увидели очень яркий луну. Это первый день. А следующий день второй. Сейчас буду объяснять все. Новый год это не в 1 января. Новый год начинается в весной. В весной. От конец марта до первой недели апреля. Когда у нас новая луна. Когда у нас новая луна. Когда луна очень яркая. Этот день начинается первый день в месяц. Этот месяц называется Авив или Нисан. В этом месяце это первый месяц в году. Это первый день, когда мы увидим это очень яркий луна. Это начинается Новый год. Это наш праздник Новый год. Не 1 января. 1 января когда мы это сделаем, мы не делаем, что наш Бог сказал. Мы соблюдаем человека. Мы должны соблюдать наш Бог времени и закона. Если он сказал, Новый год надо начинаться в первый день в весной, когда мы увидим новую луну. Мы должны сделать, что он сказал. Новый год никогда в первый января. Когда мы это сделаем, мы поклоняем другие народы и остальные народы идоли. Это закон, это от Юлия Цезаря и тоже Григория 13, который чешский папа. Не от нашей Бога. С этого я вам скажу. Шалом, самый высокий Бог и Христос благословит вас. Берегите себя, мои люди. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.